Всем привет, дорогие зрители! Сегодня я приехал к застройщику. В районе Оба будет построен новый проект, который состоит из одного блока. Так, очень хороший проект. Район Оба считается одним из лучших районов Алании. Тут расстояние до моря 120 метров, как мне сказали. Но 2 метра от меня подарок. 122 метра до воды. Рядом в шаговой доступности есть торговый центр Аланиум, торговый центр метро и тому подобное. Сейчас я вам покажу. Вот этот проект. Море. Тут, кроме крытого бассейна и турецкого хамама, есть вся инфраструктура. С верхних этажей вид на крепость Алания, вид на море. В этой стороне у нас торговый центр Аланиум, там торговый центр метро. В шаговой доступности есть сеть магазинов Каррефурса, Мигрес, Шок, Бим, А101 и тому подобное. Вот эта дорога, вторая района Оба-Гёл. Это считается Оба-Гёл. Это первая береговая линия. Burada А это я. Так. Önemli bir şey söylüyorum burada. Сейчас застройщик Фатих Бей, вот он пришел. Şimdi bina uzun olduğu için önceki binalar, öndeki binalar daha küçük. O yüzden hem binanın doğu Sağ sola. cephesi hem de batı cephesi daha geniş. Denizi hem buradan net görüyor hem de bu yoldan net görüyor. Да. Так как здесь здание поменьше, чем этот проект, он в длину. С этой стороны у нас вид на море, вот куски весь, видите, здесь проход, здесь тут парк. Тут будет открытый бассейн. Если покупать с этой стороны, то вид никогда у вас не закроется, здесь запрещено строить. А также с этой стороны есть дорога, оттуда тоже, вот видите, вид на море с тех краев. Покажу я вам сразу цены. Да. 50% первоначальный взнос и 12 месяцев рассрочка. Обращайтесь, поможем. Сейчас застройщик вам скажет. Значит, цены минимальные здесь 119 тысяч евро. 50 квадратных метров минимальная квадратура. Сейчас я уточню. Будет нет талан мы, брют талан мы или метры кады? Брют. Яшам аланы не кадар олур? %20 yaklaşık %42. 42. 42 квадратных метров будет жилая площадь. 42-43 между ними. Итак, вот планировка. Можете посмотреть. Нажмите паузу и посмотрите. Вот. Проект у нас нерде, где-то здесь. А вот он. Здесь бассейн видно, здесь парк. Эта сторона у нас считается бу тараф не oluyordu? Bu köşe Doğu. A mı C mi? Doğu, güney, güneydoğu. Вот. Значит, вот сторона G, F и E. Смотрит вот эту сторону на бассейн. Сторона Б, С и А смотрят в противоположную сторону, там дорога рядом. Там вам чеверили. Вот, здесь идет дорога. Вот эта сторона у нас А. Цены тоже покажу. Вот А. Вот здесь снизу А, Б, С, Д. А вот эта сторона. Б вот это. С. И вот, посмотрите внимательно. Цены тоже видны. И вот здесь посмотрите. Г. Г. Вот Г. Г стоит у нас 119 тысяч, 124, 129. Вот те, кто продано, написано sold. Это хорошая сторона, короче. Купили уже. Осталось 128, 134. Индирим olacak mı burada? Bizim müşterilere. Tamam. Скидка будет для наших.
любимых, уважаемых клиентов, обращайтесь. Помогу, чем смогу. Застройщик мой тоже хороший друг. Вот этот проход. Все. Вот такой красивый блок. Ага, здесь камешки сделаны, вот это камешки, здесь застекленная, вот эта стекленная часть. Открытая парковка, инфраструктура, вот здесь детская игровая площадка, открытый бассейн. Хаузен будет тарне, когда? А теперь? 140 метров. 140 квадратных метров у нас открытый бассейн. Там копаются, здесь лежат. В той стороне у нас беседка. Чеврели. По вечерам такой вид. Зона барбекю. Вот. Это квартира дуплекс. Вид вы видите. Он видит крепость Алании, видит море. Дуплексы стоят здесь. Ну, и чарта берем, дуплекс, вторую чарта берем. 2+1 двухуровневой квартиры. Цены, короче говоря, 259 тысяч евро. Самый красивый, кажется, вид у него. А, вот, 299, самый лучший. Дуплекс, 132 квадратных метра брутто. Жилая площадь где-то у него будет 98-101. Вот верхние этажи, дуплексы, 210, 234 тысячи евро, 285 тысяч евро, тоже вот хорошая квартирка, дуплекс, 27-я квартира. 25-я, 27-я, 28-я. 32, вторая. Это, кажется, у нас 30... Это 30-я квартира. Вид. Да, видно вот все из балкона. Вот такой будет дизайн. То, что вы увидите, это обставлено под ключ. Этого всего не будет. Будет пустая квартира. Если захотите такой дизайн, доплачивайте, и они вам все обставляют. Вот отсюда из спальни видно море. Я... Также пойду на пляж, покажу всю территорию вам. Пляж покажу еще. Да вам. Вот у нас готовое будет санузел вот в таком виде. Заходите, там душе мобиль вывел, да? Вот такого цвета все. Санузел, ничего вам покупать не надо, все вот так. И кухня будет готовая, мебель в кухне будет готовая. Этого ничего нету. Это дуплекс. Будут белые стены, белая стенка. Вот этого тоже не будет. Шкафчик. Бу оладяк. Дуварда. Тола. А, это дизайн. Этого тоже не будет. Пустая комната будет. Диван. Угу. Вот у нас детский бассейн. Логитэ. Киригели. Вот это планировки. Сейчас он узагитесь. Тамам. Тамам. Пускай он вернется назад. Угу. Так. Ага. Дюкян навар алтында. Снизу будет магазин. Также инфраструктура. Ве социал аланда дюкян алтында мы все янында саамда? Янында. Рядом с коммерческой недвижимостью будет инфраструктура. Сейчас я вам покажу. Детская игровая площадка, беседка, беседка, зона барбекю, открытый бассейн и детский бассейн. Здесь вот зона барбекю. Здесь беседки. Здесь открытая парковка. А здесь банкоматы. Значит, тип А, 1+1. Брутто 57 квадратных метров. Вот, дорогие зрители, эта сторона. Цена 125, 130, 135. Показываю планировку. Значит, здесь 20,7. Гостиная, совмещенная с кухней. 4,90 квадратных метров балкон. Здесь вход, будет, наверное, какой-то шкафчик в этой стороне, установленный заранее. Баня 4,60, спальня 10,20 квадратных метров. Шкафчик, постель там, кровать, оттуда балкон.
Это планировка типа А. Планировка БГ, 50 квадратных метров. Там цена у нас 50 квадратных метров. Вот. 119 тысяч евро. Планировка. Значит, гостиная 18,10, совмещенная с кухней. Тут у нас вход. Здесь баня 3,80. Душевая кабинка будет. Спальня 9,60 квадратных метров. Балкон 4,40. Все. Вот самый бюджетный вариант. Вот эта квартира. И здесь 50 квадратных метров. Брутто. Это у нас тип С и F. Покажем С и F. Вот они тут, С и F. Вот между двумя цены. F продано две штуки, вот видите. 139-129. С в этой стороне остались. Вот эти видовые, на бассейн смотрят. Вот их планировка. 20,60 гостиная, спальня. 3,50 баня. 10,10 спальня. 4,90 балкон. Вход здесь. Здесь, наверное, шкафчик будет. Сейчас уточню. Уточню. Так, здесь будет вестиэр сразу при входе. Что хорошо, прихожая, не сразу гостиная. Как бы есть место. Наверное, вот это вестиэр уже поставили. И вот это планировка ДЕ. Вот посередине она синяя, вот видите. Гейривери. Ага, ДЕ. 20,50, 3,60. Спальня 10,20. Балкон 4,90. Он квадратный. Брутто 54 квадратных метра. Вы приблизительно 18% отнимите от брутто, и выйдет вам жилая площадь. Плюс-минус. Де вам. Де вам — это означает продолжение. Так, это уже дуплекс квартиры. 30 квадратных метров у нас гостиная, совмещен с кухней, нижний этаж. Спальня там 13,40, 13,30, видите, дуплексы большие. Спальни там большие. Вот 33,40, гостиная, совмещена с кухней. Итак, цены я уже вам показал. Еще раз покажу. Вот, значит, здесь первый этаж будет инфраструктура. Второй этаж будет коммерческая недвижимость. Потом начинается первый этаж. Первый этаж, он как третий, дорогие зрители. Третий, четвертый, пятый. Здесь шестой, седьмой этаж. Дуплекс двухуровневая. Чтоб понимали. Тама. Спасибо. Все, фатих, чок тысячи кюрляж. Обращайтесь, поможем, чем можем. Мюштерляр, пшерляр, это так, мусульманы? Спасибо большое. И чалышмалар. Все, всем пока-пока. Нет, не закрываем ролик. Я иду снимать дальше. Покажу вам море, проект, территорию. Также себя еще раз покажу. Не закрываем ролик. Итак, дорогие зрители, приехал я на это место. Вот здесь парк. Тут парковка. Это вот сторона, которая ведет к морю. Вот здесь дорожка, которая к морю, еще та сторона была. Вот. Зеленая территория в этой стороне. Проект будет в той стороне. Я сейчас пройду в ту сторону и покажу вам. И вот, вот здесь главная дорога района Обагёль. Здесь у нас рынок устанавливается в сезон прямо, рестораны. И тут в основном проживают европейцы, тоже элитный район, именно близко к центру города. Тут расстояние пешая ходьба 20 минут до вот кораблей, там, скажем, вот это марина, магазинчики всякие, ресторанчики. Если вас интересует какая-нибудь именно недвижимость для инвестиций, или ищете виллу, там, квартиру, у меня много проектов, просто я не успеваю, дорогие зрители. Не могу просто, физически не могу. Я снимаю
то, что успеваю. Покажу вот места, где уже... проект начнут в ноябре. 12 месяцев рассрочка. 50% первоначальный взнос, как мне сказали. Но все обсудим на месте за столом. Показываю. Вот, на этом месте будет проект. Его шпик-шпук и чак-чук построят. Начнут в ноябре, достроят, наверное, за 8 месяцев, но год. Сказал он мне 12 месяцев. Август, сентябрь, октябрь достроят до конца. В договорах все прописывается, как нужно. Вот это здание рядом. Проект будет немножко выйдет в эту сторону, как бы, вот так. Оттуда будет вид на море. Я вот сейчас пройдусь к морю. Расстояние между зданиями где-то 20 метров. Да. Рядом маркет есть для вас. Ага. Я шагаю к морю. Сейчас машина меня придет. Пляж тут тоже неплохой. Где-то плита, где-то вырубленные вот эти плиты. Вот, машина повернет. Сейчас там вот дорожка и море. Угу. Мэрия работает, обновляет дорожки. Тут остановка прямо рядом. Вот. Крепость Алани вы уже увидели вместе со мной. Пешеходная дорога рядом. Ой, не пройду я. Так, прошел. Еще живой. Так. Откуда у нас здесь спуск? Здесь парк. Ага. Там есть проход к морю. И там. Там тоже парк красивый. Давайте я туда покажу. Вот здесь прямо рядом есть несколько отелей. Ага. Хочу показать любой пляж. Какой-нибудь. Вот там парк, фонтан работает, все работает. Это одна дорога к пляжу. Уже песок я вижу. Не чувствую, я хожу по песку. Вот. Там пирс, здесь вырублено, там плита, здесь вырублено. Прямой вход. Вот такой пляж, песок. Так, речка рядом тоже протекает у нас вот в той стороне. Речка Оба. Речка Дим в той стороне, там где-то район Тосмар, через 2 километра. Также вот, лыжники, гравий. Вот, в этой стороне у нас песок. Видели? Увидели. Вот такой плавный вход. Плита. Также там плавный ход. Пирс устанавливается. Что? Короче. Надоело здесь поплавать. Идете туда. Там надоело. Идете туда. Вообще надоело. Идете в горы, там озеро. Можете там скупаться. Там плюс 6 градусов тепла. Так, дорогие зрители, если интересует какой-нибудь проект, хотите вложиться, инвестировать, купить на котловане, когда тиражки, сейчас цены очень хорошие, цены потом поднимаются 3-4 раза, все зависит от рынка, цены и так на квартиры все поднялось, все куда идет, не знаю, на Луну хотят все полететь. Звоните, всем пока-пока. Плюс 90-555-064-91-10. WhatsApp, Telegram, Viber.
С вами был мистер Агасси из солнечной, опять солнце ушло сегодня, Алании, район Оба-Гёль. Всем пока-пока.